Всем привет, с вами Фрост, и сегодня у нас на повестке дня самый брутальный мод, который добавляет в наш родной квадратный мир Майнкрафта три военных вертолета, которые выглядят, может быть, не совсем уж хорошо, но за исключением вот этого, который и разукрашен, и сделана моделька просто шикарная, особенно для Майнкрафта, такая моделька, а такой можно только мечтать. Но вот этим бы, конечно, не помешало бы добавить немного какой-нибудь текстурки, камуфляжа. Так, это мой второй пилот, который поможет мне в управлении. Так, ты будешь вот на этом, давай. Ну ладно, без меня полетаете, я обойдусь, ладно, я полетаю вот на этом вертолете, на самом красивом. Но самое главное в этих вертолетах, это не их внешний вид, хотя он тоже немаловажен, а их функции. Но для начала мы рассмотрим их рецепты, и это не так уж долго, и заодно название. Это у нас самый большой вертолет, посмотрите, он самый большой по сравнению вот с теми двумя, и, соответственно, у него самый дорогой крафт, но накопить столько железа все-таки можно, он делает всего лишь из 5 железных блоков. Получается вот такой вот кубик, который мы просто берем, ставим на траву, и у нас получается такой здоровый зеленый вертолет. Так. Вот только он нам немного не нужен. Сломать его не так уж просто. Нужно где-то найти. О, нашли его больную точку, взорвали ему пукан, и он пропадает. Так, но это не так уж просто сделать. Насчет. Если мы будем взрывать не в креативе, то есть, например, сейчас мы отключим вот так вот, креатив убираем. Ладно, адвенчер не люблю. Не нравится мне адвенчер, попробуем его взорвать. Черт, у меня стрел немного нету. Немного не рассчитал, сейчас один момент. Момент спокойствия. Пока у Брежнева брови целы, пока сталь не пришел, хоть не оторвал их просто. Ушел отсюда, сейчас тебе. Уйди. Серьезно, не надо. А, у меня же вот это есть, ну ладно, это нам больше не нужно, это нам больше не пригодится, хотя вот это, все, больше не пригодится. Ой, я даже успел ее ударить, или рукой ударил. Ладно, не важно, попробуем взорвать наш вертолет. Так, где-то у нее здесь должно быть больное место, сейчас мы будем полчаса еще искать его больное место, и он должен взорваться. Где у нее бензобак, где его, куда мне стрельнуть, чтобы он взорвался, у нее есть определенное... Да не ты должен был взорваться, а вертолет! Уйдите, серьезно, все, уйдите отсюда. Он должен взорваться, у него есть определенное количество жизни, то есть у каждого вертолета по 100 хп, и он должен через какое-то количество времени взорваться. Но что-то я не вижу, куда ему приходится стрелять, а зомби все наступает, зомби наступает. Кстати, нам не нужно отключать ночь, поэтому нужно ее вернуть обратно. Ну ладно, я пока не найду, где, куда нам стрелять. А, нафига мне включить креатив, я его так взорву. Нафига мне выключать был креатив? Мне это было... О! Не делайте так! Это опасно для коров и для зомби, понимаете? Они могут сгореть. Но мне и пофиг. Ладно, мы вернемся к тому, с чего начали. Так, вот это вертолет у нас А-64. Он делается вот так вот, из пяти блоков железных. Это у нас, ЕС-665, где пилот-корова, которая уже залезла. Это просто наша фотомодель, которая с умным взглядом немного перебрала успокоительного. И что же, даже брови отвалились, это вообще нехорошо. Неопытная, не умеет принимать успокоительное. Так, это у нас, тоже, кстати, блин, это не тот. Да, это он. Он делается вот таким вот образом, уже из четырех. И почему-то вот этот самый вертолет, тот самый Ан-6, делается... самым дешевым способом, хотя он самый красивый и ничем не уступает по функциям вот этому. Вот это самый стрёмный по функциям, у него даже нет прицельного режима, а у всех остальных есть. Кстати, вот Петрович, ты тоже хочешь быть пилотом? Ой, понимаете, места на всех не хватит. Ну ладно, мы перейдем к рассмотрению всех функций. Ну, давайте полетаем сначала на самом красивом. Если я не ошибаюсь, он вроде ничем не отличается вот от этого большого. Так, чтобы для него сесть, нам нужно кликнуть правой клавишей мыши по месту водителя. Так, он где-то здесь, вообще двухместный вертолет, только я не знаю, куда мы тут кликать. А, вот, все, мы сели, видите, запускается моделька, шикарно, видите, пропеллер закручивается, воздух, ну, это якобы воздух, когда нажимаем взлетать вверх, а это именно W, то есть бег вперед, пропеллер начинает вращаться еще! Быстрее, мне показалось, так, тихо, остановиться. Со мной показалось, мне был еще один второй пилот, да хватит летать, все, тихо. Теперь немного об управлении, которое я сам еще не до конца освоил. Так, у нас здесь хороший интерфейс, что очень радует. У нас здесь есть радар, здесь показывают, соответственно, зеленый здесь показывают добрые мобы, которых мы должны пустить на мясную шурму. И злые мобы, которые мы просто должны убить и пустить на шурму. Вот, например, Петрович, который хочет на нас напасть. Также здесь есть всякие координаты, стороны света. Так, 15 это патроны. Так, компас, еще непонятно, время. Еще какая-то стрелка, не знаю, топливо. Здесь топливо пока не реализован, потому что мод, но он еще такой сыроватый. И наш хп 100 из 100. Если нас друг, например, зовет крипер, то у него отбавится примерно 1 хп, так что не бойтесь. Взорвать вертолет нереально, и он их восстановит примерно через 5 секунд, он обратно отхилится. Так что вертолет может не беспокоиться, он точно не взорвется. Скорее взорвется ваш пукан, чем ваш вертолет. Так что можете за ним быть спокойны. Итак, вот теперь управление. W, то есть бег вперед, мы взлетаем. S, это мы опускаемся.
Пробел — это режим зависания. То есть я сейчас в режиме зависания. Я никуда не двигаюсь. Мышкой, соответственно, мы вращаемся право-лево. Да нет, крипер со мной, он второй пилот, ё-моё! Со мной крипер летает! Привет, чё, как? Почему я его не видел с кабины? Он где? А, он вон, он вообще где-то в грузовом отсеке с нами. Ну, молодец. Мобы могут садиться к нам в грузовой отсек, на место водителя и так далее. Так что будьте осторожны. Вас может ждать внезапный сюрприз, и он просто вас взорвет. Итак, теперь мы включаем пробел, именно режим зависания, и мы можем подниматься. В режиме зависания он плохо поднимается, также можем опускаться в режиме, и мышкой мы управляем наш полет. То есть нажимаем вперед, и мы начинаем быстро лететь. Нажимаем, поднимаем вверх, и мы движемся немного назад. Соответственно, просто поворачиваем, но нам не надо дождить, нам нужна ночь, мы должны кого-то бомбить. Тихо, тормози. Разбить вертолет это практически нереально, тихо, взлетаем. Теперь немного об оружии. Для того, чтобы нам стрелять, мы нажимаем просто на правую кнопку мыши. У нас сейчас обычные мини-ракеты, они перезаряжаются. Патрон у нас бесконечный, пока что у любого вертолета бесконечные патроны. Пока что включим режим зависания и ладно. Что-то мы не удовольствием, билеты бомбанем. Ладно, он не обессудит, но это не главное. На правую клавишу мыши не стреляем. У нас он пока, вот у нас кончился патрон, он сейчас надо перезарядиться. Но это не главное. Отключаем опять пробел, немного поднимемся повыше. Это нам необходимо, это нам точно необходимо. Так, теперь немного. И нажимаем на букву H. И у нас включается режим прицеливания, где мы можем прицельно стрелять. Также на Z это у нас зум до 8 крат. То есть он все у нас возвращается. Теперь прицельный огонь по корове, тихо, не вижу. Бабах, тихо, куда, не вижу, тихо. Слишком сильно приблизил. Ладно, по этим зомбам сейчас вот так вот. Черт, я не попадаю по ним. Сейчас вот хедшат. Ладно, повыше хедшат. Вот так вот. Мы можем прицеливаться. И также на X мы меняем тип оружия. Вот сейчас она перезарядится. У нас 15 более сильных ракет, которые рушат уже и почву. Ну, правда, вот они разрушили немного почву. Так, уберем немного зум. И, ну-ка, давайте зомби. Ну, вообще, они должны зомби убивать с двух раз обычно ракета. Ну, эти ракеты отличаются только одним. Тем, что первые повреждают почву, а вторые нет. Наоборот только. Все зомби повреждают. О, вот, все, хедшат зомбу. Сейчас скелет. Кстати, скелет для нас наиболее опасен, так как он стрелами может взорвать наш вертолет. Но, скорее всего, взорвется ваш пукан. Кстати, интересно, что это за цифра? А, это координаты поверх, то есть максимум 70 вниз и 30, минус 30 вверх. Ай-яй-яй. О, зомби, ты, я смотрю, этот, с лопатой, лопат Леонид, давай, картошку копать будешь. Леонид тебя там встретит. Я договорился, Леонид тебя встретит. Снова нажимаем H, и мы снова переключаемся в обычный режим. И можем на брещем полете их просто всех бомбить, только не нажимаем жать вперед. Итак, теперь мы вылезем отсюда, лучше вернемся обратно. Так, нашим вертолетом, режим зависания, включаем... А, нет, режим, я не забыл включить режим зависания, ладно. Чтобы вылезть, нам нужно нажать на кнопку Shift. И, кстати, если мы включим режим зависания и нажмем на кнопку Shift, мы вылезем, а вертолет останется висеть. И потом думайте, как его оттуда снять. Так, ладно, теперь мы просто снимем вот этот, ну, такой стрёмненький вертолетик. Так, у меня опять есть со мной второй пилот, который... Ну, нифига себе, грузовой отсек уже забился, ну, ладно. Ладно, здесь мы видим то же самое, только единственное отличие, что здесь есть, точнее, чего здесь нет. Здесь нету радара, все остальное здесь есть. Также взлетаем, так, выключим режим зависания, взлетаем, и здесь есть еще одно разве. Корову убери в рожу, убери свою рожу. Здесь нету режима прицеля, о, маленький зомби, сейчас мы, вот так у нас есть, плюс у нас нет ракет. У нас здесь есть только гатлинг, так, выключаем, так, взлетай ты, да что такое, ты будешь взлетать или нет, а? Вот давай, скелет на брешь, вот так вот ему сейчас, спарту тебя, вот. Да что ты будешь делать? Давай, перезаряжаем на 100 патронов. Уу! Как быстро, где-то здесь была деревья. Так, тихо, Петрович, не дорогой, сейчас тебя ВДВ устроим, ВДВ давай, да что ж, Петрович. Честно говоря, попадать очень тяжело, но этот вертолет, он довольно дешевый. И очень практичный, можно ее быстро перезаряжать. Кстати, посмотрим, как же вертолет эти быстро летает. А, у меня уже язык заплетается. Этот вертолет не самый быстрый, хотя, я не уверен, по-моему, они работают одинаково. Да что такое, полетели, говорю, хватит. Так, вот, летим. Все, летим, проверим, насколько мы быстро можем летать. Нет, вертолет, в общем, пофиг. За ВДВ! Черт, фонтан мимо. Ну ладно, пускай. Ой. Ладно, давайте, до свидания. И бам! Жалко, что он не взрывается после падения. В общем, этот вертолет самый такой говенький. Это такой репортерский. Ну ладно, теперь сядем на самый здоровый, брутальный вертолет. Опять же, кликаем по месту водителя. Наконец-то мы будем летать одни. Ты куда? Тыкать. У нас также здесь впереди есть радар, который почему-то нет. А, все, он прогрузился. Все то же самое, что и было вот в этом вертолете. Так, вроде бы никаких отличий нету. Отключаем. И по-моему, он самый быстрый. Мы на нем летаем очень быстро. Единственное, чем он отличается, только скоростью. Все те же самые патроны.
тот же самый режим прицеливания, тот же самый восьмикратный зум. А, да, да, восьмикратный зум. И можем вот так вот, вот так вот, это обычно. Да что такое, никак. О, все, бомбанули. Ваншот я поставил. Только свинку. Ну-ка, свинку. Ну-ка, корову. Вот, отлично, все. Теперь также на X меняем патроны и можем бомбить землю. Ха-ха! Отлично, можем копать шахты. Халк копать, ладно, не халк, вертолет копать. Где Апач? Я хочу, чтобы добавили Апач, у нее должен быть и гатлинг, и все виды ракет. Ладно, будем надеяться, что это, все же этот мод будут дорабатывать. Так, мы пока что переключаемся обратно. А, забыл, точно, забыл же. В любом вертолете на букву С включается ночное видение. Выйду ли мы ночью, будем просто так? Просто у меня стоит светло. Сейчас мы оббомбим тихо-тихо режим прицеливания. Ну-ка, я должен просто вас бомбануть. Проверим, можем мы... Да! Ай, гори-гори, ясно, что Петрович не погас. Можем бомбить другие вертолеты, можно устраивать воздушные баталии. Ну, если, конечно, поставить это на сервер, только давай, давай. О, все, отлично. Теперь мы доминируем в небе. Ну, хотя убить вертолет довольно просто. Хотя, я не привел, как будет легко попасть в вертолет, если мы будем летать в воздухе. Интересно, надо будет сюда пригнать парнишу и заставить его против меня сражаться на своем вертолете, когда он даже управления не знает. Ну, ничего, я ему расскажу, посмотрим. Может быть, я даже такое устрою. Ну, ладно, так, все, сейчас ЗВДВ тебе устрою, вот так вот, все. А на этом у меня все, с вами был Фрост, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока! А тебе просто нужно успокоиться, понимаешь, ты, смотри, успокоим шею, ой, передоза. Ну ладно, кто там следующий, ну-ка, ну это вообще не успокоит. Слушай, скелет, меня подставили, скелет, честное слово, меня подставили, я не хотел тебя успокаивать, ну ладно, все, нам вертолет нам больше не нужны, мы можем их сожрать. Если кто не знает, это просто гризли мод, я все просто жру все подряд. Вот так вот, я просто потребитель, который потребляет просто все подряд, даже землю, даже стрелу, даже да, что угодно, да хоть свою ногу сейчас отгрызет и съест. Сказал. Не бегай, отбивай, умри тогда. Умер. Нормально, все правильно сделал. Молодец, красавец парень, затащил. Сейчас мы тебе... Все, музыка, все, теперь мы точно сейчас затащим. Вот так вот, тебе хедшот тебе. Не надо. Так вот. Вот так вот. Да! Ну и, собственно, что я хотел сказать. Здравствуйте, дорогие граждане. Просто перед такой страшной игрой я решил, что нам всем будет неплохо немного успокоиться, и поэтому подготовил немного успокоительного. Ну, как сказать, успокоительного. Не знаю, как вы, а я вообще успокоился, и вообще, мне кажется, я даже немного перестарался. Ну, как-то так. Смотри, нубасы, к Леониду. Меньше вас будет, всем. Хорош. Давай. Нескончаемое количество. Я почти не хватал сундук, черт. Да вот. Нет, Леонид. Все, к Леониду. Черт, да у них мечное откидывание так нечестно. Да ты ж много уж, блин, что-то уж осталось слишком много Леонида. Надо выбрать. Да Леонида прибор, он задолбали кричит. Просто так чай у меня весь выпили уже. Тебе печеньки съели, о? Леонид, есть что к чаю, а?